желание ребенка в первую очередь. Если он хочет, если он идет на контакт, то это дорогого стоит. Наталья Барышникова работает педагогом в детском доме уже много лет. В этом году решила одного из выпускников взять под опеку с раздельным проживанием. Именно с этим ребенком она стала особенно близка за время работы и сейчас как раз проходит обучение в школе приемных родителей и оформляет документы. Такая форма семейного устройства отлично подходит как раз для тех подростков, которые поступают в учебное заведение. Они уже взрослые, но им нужен свой личный взрослый, который поможет привыкнуть к жизни вне детского дома. У него будет рядом человек, которому он, во-первых, он может доверять, вот, советоваться. То есть это как, ну не скажу, что родитель прям, вот прям родитель. Но это друг, это опора, это плечо, на которое он всегда может опереться, положиться, поделиться какими-то своими трудностями. После выпуска из детского дома ребятам приходится нелегко. Часто они не знают элементарных вещей. Как пойти к врачу, купить еды и заплатить за квартиру. Сама Наталья рассказывает, хочет помочь таким детям. Взяла бы под опеку всех, но это невозможно. Попечителями чаще всего становятся сотрудники детских домов. Да? Это и педагоги, психологи, и воспитатели. Те люди, которые с этими ребятишками взаимодействуют и уже нашли общий язык. И дети уже привыкли к этим взрослым. И взрослые уже знают, как найти подход к такому ребенку. И потом, когда оформляется это попечительство, на самом деле такому взрослому легко уже взаимодействовать. Для того, чтобы оформить опеку с раздельным проживанием, нужно обратиться в органы опеки по месту жительства и собрать все необходимые документы. По закону, конечно, опекун и ребенок должны жить вместе, но есть и исключения. С 16 лет он имеет право проживать уже без опекуна самостоятельно, потому что он получает паспорт в 14 лет, уже начинается попечительство. Он имеет какие-то определенные, значит, ограниченные законом права. В частности, право проживать раздельно от опекуна в 16 лет. Для этого нужно согласие органов опеки и попечительства по месту жительства о том, что мотивы, конечно, должны быть определены. Это может быть учеба в другом городе, работа, желание подростка жить в общежитии. Органы опеки и попечительства рассматривают каждый случай в отдельности и решают вопрос о раздельном проживании. Но в любом случае вся ответственность за ребенка до его совершеннолетия лежит на опекуне. Он законный представитель своего подопечного. Если у вас есть вопросы о такой форме семейного устройства, то обращайтесь в Центр развития семейных форм воспитания. Там опытные специалисты ответят на все ваши вопросы.